Всем привет, с вами Клонди Блейд. Сегодня распаковка двух мини-фигурок по новой 21-й, уже между прочим, серии. Соответственно, мини-фигурок, вот это тут написано. У меня еще не было ни одной мини-фигурки из этой серии, так что это первая в моей жизни распаковка мини-фигурок 21-й серии. У меня их сразу две, как вы можете видеть, я их взял в магазине. Вот, ну и давайте их откроем. Я бы очень хотел там инопланетянина, но если вы смотрели, то есть, ну, видео про эти мини-фигурки, то вы знаете, про кого я говорю, тут он не показан, к сожалению. И давайте, наверное, нужно с ним все-таки сделаем. Открываем. И у нас тут... Нет, это у нас не он, а кто-то другой. Ну, давайте на него все-таки посмотрим. Собирается вот таким вот интересным образом. Кстати, интересная деталь. Такая вот волосы вместе с бородой. Так. Этому бутылку дадим. Честно, я не особо понимаю, кто это. Но, судя по всему, какой-то житель необитаемого острова. Ну, по нему это, в принципе, и видно. Так. Ошибочка произошла небольшая. И давайте посмотрим на буклетик. Угу. Вот так вот он должен выглядеть. Вот, вы можете видеть все мини-фигурки. Я говорил вот про вот этого вот пришельца, потому что он может даже под, не знаю, тематику Звездных войн подойти. Да, все. Ну, как представитель одной из рас. Почему бы и нет. Так вот у нас еще маленький корабик или кто это собирается. Тоже довольно-таки интересно. Ну и это у нас первая мини-фигурка. У нас есть еще и вторая. Может, нам попадется. Я случайно, походу, по буклетику ножницами прорезал, но... Так. О! Я уже понял, кто это. К сожалению, инопланетянин этого. Сегодня я так и не выиграл, не знаю. Покажу, что тут есть. Но все же, как видите, тут на буклетике небольшая царапка. Не знаю, видно вам на камере или нет, там, где я прорезал. Ну и вот все содержимое. Давайте соберем его. У него, походу, два выражения лица, но я оставлю такое, оно покруче. Так, давайте мы сначала щит. Смотрите, это все принты. Такой вот интересный щит. Мол, сам щита не новый, конечно, но вот принт. Очень интересный, может много где понадобится, да. Потом оружие, кстати, давайте я вам покажу. Такое интересное тоже, однако. У меня такого, по-моему, даже не было. И шлем в виде головы льва какого-то. По-моему, он вообще нигде не встречался. Поэтому, хоть я и не выбил того, кого я так очень хотел, но все же эта мини-фигурка тоже очень крутая. Может много где пригодится. В любом случае, я буду брать еще, наверное, эти мини-фигурки. Поэтому шансы еще есть. Ну а на сегодня все. Всем удачи и пока. А щит прикольный. Да, очень. Очень прикольный.